течение понимающего стоит свободное мнение. Звенья собираются, длинные цепочки. Линия жизни становится точкой. Строчки и дни стежок за стежком шьют твое дело с душой и огоньком. Здесь за решеткой начальник, полковник. Моя свобода — это радиоприемник. Я свободен, словно птица в небе. Я свободен, я забыл, что значит я. Быть другим — это значит быть всегда одному. Выбирай, что тебе, суму или тюрьму. Никому просто так не дается свобода. Из нее нет выхода и в нее нет входа. Создан для того, чтобы чай был черней. Понятно тогда и себе налей. Я участвую в каком-то сидячем марафоне. Хорошо, есть приемник, магнитофоне. Я свободен, словно птица в небе. Ответы на вопросы, допросы. Опять допросы, мой приемник. Односторонняя связь, тире и точки. Арабская вязь, я не могу сказать. Но зато я слышу, я видел, как крыса становится мышью. То, что не стереть, как сильно не ты. Свобода — это то, что у меня внутри. Я свободен, словно птица в небесах. Да! Я свободен. Свобода — это то, что у тебя внутри. 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 Свобода.